Хейо, ребята, всем привет, с вами Ганс, и это Anthem, демо-версия. Игрушка сама выходит, если я не ошибаюсь, 22 числа. Ну вот будем смотреть, буду я ее брать или нет. Ну что, приступаем за дело. В общем, я выбрал бабёшку, будем играть за бабёнку. Новости, добро пожаловать, узнайте, что ждет вас в демо-версии Anthem на выходных. Ага, управление джавелином, джавелином, наверное. Ну да, наверное, джавелин. Джавелином. Крен, я не знаю, что это за слово. Спасибо. Да, спасибо. Так, погнали. Найдите многогранник для Матиаса. Отправьтесь в экспедицию. Ну, давай отправляться. Нам, типа, наверное, вот за вот этим значком топать надо. Эй, фрилансер, с контрактом. Чего? Короче, если они будут очень много болтать, субтитры я читать не, точно не буду. Давай, ладно, поболтаем. Hey, Джек, привет. Как последнее задание? А, это счастливчик, Джек. Окей. А какое задание? Мы ничего не выполняли. Ну, давай, пускай будет прекрасно. Я набрала ему зад. Я не сомневался. Я сам только что вернулся. Чертов титан чуть руку меня оторвал. Гладко не бывает, да? Уэйн заходил. Хотел убедиться, что твои записи в порядке. Но ты не беспокойся, даже титан не помешает мне поддержать здесь. Короче, да, читать я не буду. Оставлю это дело тебе. Ты сможешь исправиться. Ну да. Да, у каждого своя роль. Мы делаем работу, вот и все. Ну, давай, пускай будет у каждого своя роль. So you're the cousin who enjoys paperwork. And taking on scars. Keeping things balanced. That's what I do. The point is, we got each other's backs. It's not like we got anyone else in our corner. Они появятся со временем. Тяжелые времена. Ну, пускай будут появиться со временем. Ё-моё, что ж у меня с языком? Ну, болтайся. We'll пока нет. Around. Но все изменится. Right вот это правильный настрой. Well, I've got reports наверное. To update before I'm back out there. Striders to save, relics to silence, you know how it is. Кстати, насчет вот этих фрилансеров, я понимаю, мы играем за фрилансера. И как было написано в подсказке на загрузках, мы играем за персонажа 10 уровня. Ладно, давай выдвигаться, смотрим дальше. Добро пожаловать в демо-версию. Готовы увидеть мир за пределами Форт Тарсис? Тогда отправляйтесь в кузнецу и начните свою первую экспедицию с командой фрилансеров. Ну, погнали. Если вы готовы отправиться за пределы Форта Тарсис, идите... Да только что же прочитали это, нет? Чё за бред? Это как-то немного непонятно. Джавелин? На А ударение. Что у тебя за шапка такая забавная? Слышь, мужик, где твои глаза? А, вот твои глаза. Как темно. Ладно. Пускай они болтают. Вот у них, кстати, эти костюмы-то, да? Как я понял, наверное, Джавелин или Джавелин. Это и есть вот этот костюм. Окей, а почему дверь открылась? А то, что я к ней подошел, она открывается? Серьезно? Ну, что-то как-то... Здорово, мужик. Давай смотреть. А, походу, дело вот он, наш костюмчик. Давай смотреть. Здесь, значит, кузнец, я понимаю, да? Ух. Начать экспедицию. Вот я думаю, вот с этого момента должна была начинаться демка. А не с пиздежа. Погнали. Залезь, пожалуйста. Да, вот с этого должна была начинаться демочка. Так, обучение экспедиции. Здесь можно выбрать миссию, уровень сложности и настройки приватности. На экране начала экспедиции будет выбрана миссия, которую вы получили последней. Чтобы сменить ее, выберите название миссии, перейдите на карту и найдите новую цель. Нажмите R1, чтобы открыть страницу отряда и пригласить других в вашу игру. Когда будете готовы, нажмите квадрат для запуска. Так, ну-ка, наверное, микрофон чуть поближе пододвину. А, ну окей. Да... Чтобы пригласить других в вашу игру, выберите... Угу. Так. Все, да, хорош. Не хочу никого приглашать. Так, здесь задание. Начать экспедицию. Сложность нормальная. Тройная угроза. Добудьте многогранник, чтобы Матиас смог улучшить ваш джавелин. Джавелин.
Блин, надо привыкать, короче, к этому слову. Я так и не пойму, как его правильно говорить. Стой. Сложность пускай будет нормальная. Да, давай, все, погнали. А, то есть он еще и подбор игроков нам делает в команду. Ну ладно, пускай будет так. Ну, кстати, вот сейчас вот графоне вот этот вот на заставочке, он эпичненький. Мне нравится. Такс. Да-да. Кто там входит? Пускай входит. Продолжайте поступать сообщения. Будьте начеку. А как летать-то, да? Как летать-то? Я видел то, что можно летать, не? Так, это понятно, это прицел. Ну, короче, это за основу как взят... Здрасте, это что такое? Собрать? Гранник? Что такое? Химический компонент. Ага, мелководье. Обучение, быстрый доступ к кортексе. Можно попасть из любого меню, если вам понадобится дополнительная информация. Окей. Понятно, понятно. Ладно, все, давай выйдем из этого меню. Закрой все, пожалуйста. Закрой все, сказал. Он закрывать не хочет. Че такое, я не понял. Выйди отсюда, пожалуйста. Что за бред? Ты че, серьезно? Я не понял, как отсюда выйти? Да? Что за глюк? Дальше не пройти, дверь заперта. Но мы нашли кое-что. А, вот эту тварь типа можно... Да-да-да, валим. Я слышу. Как здесь... Здесь полюбас уже можно было летать. Ну-ка. Иди ко мне. О, их тут двое. Нифига себе. Вали, 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 вали. А почему я горю-то, я не пойму-то. Сдохни. Блин, вот читать вот некогда эти субтитры, вот серьезно, прям как-то не вовремя. Давай, 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 порезче, перезаряд. Как летать? Вы бы хоть управление объяснили бы, я бы не знал. Есть какой-то меч, и то он делает один удар. Так, есть рывок вперед, но это, как я понял, у ворота. Это как-то у них долгая перезарядка, кстати говоря. Так, что еще здесь есть? Это что такое? Ракета? Так, треугольник, L1, граната. Вот как-то тут падла сейчас полетела. Вон он летает, как он это делает? Sent a message to a colleague at the academy about what I found. It was intercepted then. Ага. Двойной крест. Что за двойной крест? А, это просто область. Я понял тебя. Выйди. Он опять выходить не хочет. Что за бред? А причем игра-то дальше продолжает идти. Выйди. Выйди, пожалуйста. О, спасибо. Жесть, короче. Ладно. Привет. Ты кто? Отдыхай, пупсик. Кто где еще? Опа, да ладно, они невидимые. Или просто так хорошо скрываются в камуфляже? Вот так вот. Ладно. Хочу научиться летать. Здесь что у нас? Погоди. Тихо. Это что такое? Броня не повреждена. А, это жизнь, наверное, была. Вы здесь я кого-то видел. Привет, ребята. Здрасте, приехали. Так, ладно, неплохо. А, вот как летать-то, ё-моё. Вы серьезно? Им, короче, нужно было это делать. Игру для Железного Человека. А как спуститься? Ага. Ура. Вот хотя бы игру, управление бы объяснили, какое я там не знаю. Обучение было бы. Нет, нифига не делает ничего. Вы куда, ребята? Я хочу с вами подраться.
Я летаю, вы по мне не попадете. Не-не-не-не-не. Какие-то жуки. Сдохни, мразь. Ладно, пока неплохо идем. И они прям так растворяются, и все. Ладно, погнали к цели. Заберите ключи, чтобы получить доступ к устройству взлома. О, там вообще какой-то корабль, смотри. Блин, локацию-то не маленькие. А что за предельная способность? Оу. Оу-оу-оу-оу-оу, вот это было красиво. Так, ладно, окейушки. Нам с тобой надо куда? Вот сюда, да? Да, мы в зоне миссии. И? Зачем эта заставка? Загрузка? Локация же была открытая. Я не понял. Это мы типа сначала, что ли, меня запустили? Ой, не, не сначала, это дальше мы побежали. Здрасте, приехали, турелька. Вот так у тебя. Ой, она мощняцкая, кстати. Вот так. А чё у неё реально столько здоровья-то много? На, еще раз. Воу, там еще одна. Ладно, погнали вот так. Насрать на них. Пролетим мимо. Да-да-да-да. Ага. А, что ж ты такое все врезаешь? Спокойно. Давай, 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 стреляй, обстрел. Вот так-то, да, попал, отлично. Перегрев, буду знать. Окей, долго не полетаешь. Кстати, а жизнь у нас почему-то, я смотрю, особо-то и не тратится, или это броня такая? На тебе. Иди ко мне, щесенок. Иди сюда. Оп, и пропал, нормально. Здрасте, приехали. Опять у нас эти пушки целятся. Что же за нахер с тобой, а? Вот и все, раскидали. Две гранаты, готово. Пройди сюда, пожалуйста. Ага. Гранаты пока нету, да? А, все, уже есть, надо же. Ну-ка. Нужно искать сигнал, да? Погнали искать сигнал. Где-то здесь. Да, ё-моё, заверни-то налево. Они уже нашли, что ли? Ну да, нашли, погоди. А чё это такое? Понятно. Сканируйся. Сдохни, друг. Кидай гранату. Подыхаем, ребята, дружненько и весело. Подыхаем. Блин, здесь спокойно потеряться можно. Кто враг, кто друг. Вот так вот. Пока, друг. Воу-воу-воу, нифига себе она лупит. А что это за сфера такая, не понял? Они типа из нее, что ли, появляются? Все, ладно, валим. Похоже, дело нам можно валить. Да или нет? Чем-то немного напоминает Destiny, кстати. Что-то есть такое. Только вид от третьего лица. Да ё-моё, где ты? Тебя уже убили, окей. Теперь-то куда? Мужики, вы в курсе, куда топать или нет? А, все, вижу. А, нет, это отметка. Нам туда, вон дальше. Погнали. Нам вот к этой отметке.
Привет. А, ты, хера, и они пропали. Что за бред? Почему они пропали? Эй, вы только что здесь были? Полетели. Перегрев прошел. Там. Готово. Я их всех уничтожил. Так, нам теперь вот сюда. Во вторую локацию, да? Оп. Мы полетели. Аккуратно, аккуратненько. Пролетай между деревьями. Филигранненько. Сейчас опять будет загрузка, да? Нет, смотри, нету. Ну-ка. Перегрев, перегрев, спрыгни. Красавчик. Ты куда? Наверх совсем, что ли? А, все, вижу. Перегрев, да, опять? А, твою мать. Надо было дождаться. Давай остывать, окей. Мужики, я сейчас к вам вернусь. А меня сейчас туда самого автоматически добросят, понятно, да? Да? Тогда понятно, почему у меня тогда была загрузка. Была такая же фигня, просто я ушел далеко от зоны миссии. Ну что поделать, блин? Тебе ничего не объясняют и еще хотят, чтобы ты что-то выполнял. Воу-воу-воу-воу. Ну-ка, ребята, вот вам подарочек. Так, это броня, да, друг? Видимо, да, броня. Воу-воу-воу, а у меня теперь жизнь начинает отнимать. Да уйди ты от стены-то от этой. Воу, вообще хорошо. Уу! Меня сейчас убьют. Убьют, тихо. Тихо. Самохилка, да? Нет? Нет, не самохил. Ого, и заморозка есть. Нормально. Меня уже вынесли. Я на это не рассчитывал. Давай уже. Нормально нас раскидали. Ну, может, меня поднимете, нет, друзья? Окей. Ага. Бегу, 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 бегу. Отстрел. Пока, 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 ребята. Как тебя? Восстановить можно, нет? Ремонт. А, давай, друг. Вставай. Во, красавчик. А, теперь мы оба замерзли. Красота. Лети вот сюда, пожалуйста. Давай на безопасное расстояние. О. А вот отсюда уже можно их потихоньку раскидывать. Ну-ка, киса, пока. Ага. Блин, а чё? А, меня уже опять заморозили. Охренеть, жизни вообще опять нет. Динамика неплохая тут. Короче, скорее всего, нужно эту летающую тварь первым делом уничтожить, чтобы она больше нам не мешала. Воу-в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 оу
сразу резко назад полететь. Он всегда летит вперед, туда, куда смотрит камера. Воу-воу-воу-воу-воу. Заморозочка опять. Кстати, нормально у них такое количество жизни. Я хочу заметить. Ты посмотри, вообще почти не тратится. Давай, 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 давай. Попал, да, попал. Давай, 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 давай. Во, сдох. Дружок. Сейчас и ты тоже сдохнешь. Тихо. Вот так-то. Ну и сваливать сразу. Гаденыш какой, а? Куда побежал? Я за тобой. Вот так-то. А, понятно. Их щит ломать нужно руками. Давай искать. Где сигнал? Вот он. Да, оно самое. Зона зачищена. Потихонечку. Так, ну-ка где? Кто? Давайте по очереди, налетайте.
А нас сразу четверо, я думал, нас трое. Ладно. И чё, и все, больше никого нету? Серьезно? Хоп-хоп-хоп. Я просто смотрел эмоции. Какую? Так, нам вон туда, окей, погнали. Полетели мужики. О, привет. Пташки. Опа, 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 опа. Я силач. Тихо, в сторонку. Тихо. Валим, 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 валим потихоньку. Перезаряжай речь. Хоп, хоп, хоп. Ладно, я думаю, их не обязательно валить же, правильно? Потому что ребята мои вот уже убежали. Они чисто проходная точка. Вот вам гранатку, ребята. Вот так-то. Какие-то крабы, что ли, уже начались. Все, уничтожили. Здесь, да, нужно играть в команде. Если ты будешь играть один, здесь, если честно, будет скучно. Так, окей. Локации неплохие, да, красивые. Ну-ка. Ты чё встал, друг? Пойдем. А вот сейчас уже что-то поинтереснее начинается. Более такая атмосферная игрушка. А потому что... пошел музыкальный фон. Это раз. Во-вторых, более закрытая локация. Ой, здрасте. Забор покрасьте. Давай, 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 давай. Гори, вечно пламень. Во, все, минус один. Где еще? Привет. Ух, ни хрена себе у тебя. Надо от тебя подальше держаться. Я понял это. Ага, конечно. Какой ты меткий, а? Давай, 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 иди ко мне. Вот тот тоже, тварь. Не успел я его ударить. Очень странно на себя вели. А что это такое? Погоди-ка. Не? Нет. But it's protected by some kind of barrier. It's linked to the entire Shaper structure for some purpose. You must break the link before the manifold can be removed. И? А, ну вот теперь нужно что-то с этими штуками делать. Так что я, в принципе, не зря их заметил. Хватит. Вот так-то. Barriers down. Be as careful as you can. The manifold is fragile. And dangerous? Probably that too. Got it. On my way back. I can't believe it. We did it. See you soon. И? Забрали? Да ладно, и все? То есть мы должны были покрутить вот эту фигнюшку? И готово. Экспедиция завершена, да? У нас, кстати, у всех одинаковые костюмы, только цвета разные. В общем, меня выбросило из игры. И если сейчас прогресс не сохранился, то это на самом деле вообще убожество будет. Принесите многогранник Матиасу. Нет, прогресс сохранился, да, пойдем к нему. Бред какой-то, даже не дали посмотреть, насладиться анимацией выполнения задания. Я так хотел посмотреть. Так, это типа город же, да? Да, это город. Вот, кстати, было бы прикольно, если мы могли бы надеть костюм и именно по этому городу тоже как-то перемещаться. Так, куда? Веди нас. Показатель.
Окейушки, здорово. Нет, не здорово. Да, здорово. Мужик, давай рассказывай, показывай. Matthias. Hello, hello, hello. Here's the manifold. Вот многогранник. О, как интересно. Он гораздо меньше, чем я думал. Небольшая встряска, ему не повредит. Наверное. Так. Да. И это. И. Вот так. Хорошо. Можешь включить? Включи-ка еще раз. Мне кажется, или ничего не происходит? Тихо, тихо, подожди. Дай я взгляну. Ага, вот здесь? Да, вот это. Все соединено правильно. Я знаю. Есть. Но вот так. Старый проверенный метод. Никогда не подводит. Матиас? Что же это? Это... Что это? Но... Что-то новенькое? Невероятно! Убери свои ручонки! Что пошло не так? Мы ударили по многограннику? Многогранник? Эффекты? Усиление или... Умножение? Нас умножило? Вот дерьмо с карпедонью! Стоп! Это не может быть умножение! Ты грубый, а я нет, а он... Нас расщепило на трое! Вот что случилось! Деление! Точно! Обратная функция. Многогранник вас разделил? Не нравится мне это. Физическое умножение. Психологическое деление. Личность, деленная на три. Нет. Это не то, что многогранник должен был сделать. Надо все исправить. Солдаты Доминиона в руинах. Их было трое. Думаете, это тоже влияние многогранника? Три солдата Доминиона? На самом деле один? Я не уверен. Надо пойти и проверить. Согласен. Нам нужна любая информация. Стой! А нам что делать, пока тебя нет? Избегать неприятностей? Но неприятности — мое второе имя. Эрил, твое второе имя. Ребята, сосредоточьтесь, идем. Эрил, точно, ты прав, дружище. Хрена забавно. Нашли им игрушку, безделушку. Теперь их трое. И что, нам теперь нужно эту кашу всю разваривать, правильно? Изучите влияние реликвии на Матиас, отправьтесь в экспедицию. Да вы издеваетесь, да? Вот и опять, то есть будет обычно вот это путешествие, транспортировка по открытой местности, да? И так далее. Ну давай, ладно, сейчас посмотрим. Если да, но что-то пока, вот серьезно, пока не впечатляет. Я думал, будет что-то прям по проработанию поинтереснее. Да, нам опять нужно идти к костюму. Сейчас посмотрим, в общем, ладно. Сейчас, небось, опять будет подбор игроков. И так далее. Не, вот эта заставка мне реально нравится. То, как к тебе поворачивается костюм, ты в него залезаешь. Вот это красиво. Так. Сложность нормальная. О, а смотри, здесь уже какая-то тварь. Давай смотреть. Да, погнали. Подбор игроков, да, оно самое. Вот эта заставка мне нравится. Но сам геймплей такое. Я, конечно, не хочу делать никаких поспешных выводов. Даже платформа та же. Да, уже говорим. Но игра-то должна даже быть не по поспешным выводам, да? Тебе игра с самого начала или нравится, или не нравится. Ну, да, та же самая локация, кажется, да? Вот эти летающие твари, как и были. Давай, падай вниз уже, у тебя перегрев. Да-да-да, падай, метеорит. О, а теперь побежали. Так. Но... Или просто в демпе у тебя пока что только одна локация. И опять загрузка. Сейчас я не уходил от зоны миссии. Нет, мы шли все правильно. Пока что
игра состоит из одних загрузок, если честно. Ну что так это? Немного не то. Ну, локация, смотри, немного поменялась. Добавились какие-то яйца. Ладно. Но опять же, проход налево. Здесь опять же вот этот центр. Да-да-да-да-да. Та же самая херня. Только немного другой враг. И декорация поменялась в плане того, что теперь она переделана под жуков. Вот вам. Ешьте. Гранату. Оу. Ее типа нужно зачистить, получается, ну, да? Воу-воу-воу-воу, она взрывается. Окей, это, короче, камикадзе. Местный вид. Уродикус, взрыватикус. Привет. Ты какого хера здесь делаешь? Взорвись, пожалуйста. Скорпедонов их называют, скорпедонов. Ну, что-то наподобие скорпионов и пердунов, короче. Оу. А, промазал. Вот вам гранату, ребята. Может быть, какой-то кокон нужно сначала разбить, нет? А то они, наверное, так и будут появляться. Вот так. Готовенький. Как вас много, ребят. О, фига. Ему пофигу, да? Удар не прошел. Воу-воу-воу-воу. Ушел. Давай, давай, взрывайся. Во. Взрывайся, тебе говорю. Красавчик. А. Вот так-то. Ну. Небось. Нет, не сюда, где-то здесь. С другой стороны. Внизушка? Нет, а где? Погоди. Куда? Выше, что ли? А, теперь еще сундук вылезешь. Окей. Здесь что? Собрать данные? Ну да. Ну чё, мужики, берите. О, красавчики. Какая гадость, ну да. Yes, our discussions have led to a hypothesis that the split. In warped reality, there are side effects. Runa calls back. Все задание выполнено. She's on expedition helping the Sentinels. On it. А если это то же самое? А, погоди, мы просто в то же самое место пришли, мы же его открыли. А почему оно так быстро заросло? Нет, я вначале зря придирался, потому что же мы должны были здесь выяснять, почему их натрия разделила. Соответственно, ответ таится здесь. Мы сюда вернулись, но мы были-то недолго. Дома-то. Почему так все заросло-то? Беги, пожалуйста. Да как же тебя бросает от стенки к стенке? Вы чего? Так, нельзя. А, и тем самым как раз можно еще объяснить, почему была загрузка. Меняется декорация. Стилистика уровня. Ладно. Но это можно было как-то сразу сделать во время первой загрузки, когда подбирались игроки и так далее. Давай, ладно. Гоня, куда нам? Ну-ка, дай поесть. Но это не еда, это мы собираем опять же данные. Далее. Так, и теперь нам что, домой или как? Нет, не домой. Нам нужно к лагерю. Перегрев. Как чайник кипятится. Тихо, вот так. Будем прыжками пока передвигаться. Ну, мы здесь. Понятно, нам нужно выше. Я бы даже сказал, не только выше, а дальше. Блин, фига ребята шустрые, кстати. Да, левее ты, лети. О, привет, мужики, я к вам. А-а-а, я хотя бы до них чутка не долетел. Прячься, прячься, прячься. Вот так-то.
Нифига у него броня бешеная. Охренеть. Сдохни, тварь. Так, окей, здесь. Это что такое? Погоди. Это, а, это, наверное, наш, это стражи. Окей, типа им нужно помочь. О, отлично, попал. Ну, такие задания, блин, стреляй да стреляй. Вот так вот. И все, как-то разнообразили бы, что ли. Какими существ больших добавили. Я помню, в трейлере была большая тварь. Чудовище такое. Давай, 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 давай. О, пока, друг. Тебе жизни нужны, ты в бой пошел. Герой. Вот тот он. Тебя как вылечить-то? Погоди, тебе как-то хилку дать можно, нет? Воу-воу-воу-воу, это тоже что-то поинтереснее, смотри. Да-да-да-да-да-да-да-да. А вот эту тварь как валит. Это какой-то танк. А, у него сзади баллон был, окей. Уничтожили. Ладно. Командой мы сила. Всех разносим. Я еще из-за того, что не успеваю все субтитры читать, сюжет немного теряется, улетает из головы. Не из головы, а точнее ты его просто не замечаешь. Что нам дальше? Да, нам дальше. Убежище шрамов. Блин, прикольно вот эта местность, кстати. Оп, долетели. Окей. Привет, ребята. Дохни. Я тебя добью. Добью, сказал. Во. Добью тебя. Блин, фига вас тут. О-о-о, вот вам гранатка, ребята. Надо на ту сторону как-то перелететь. Ни хрена у меня жизни тратится. Нет щита, нет щита. Погоди, я их сзади бегу. Во, а-а-а, он уже повернулся. Давай, 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 вон баллон, 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 баллон. Стреляй, 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 ну. Давай, давай, давай. Во, ладно. Немножко с тобой пожертвовали для того, чтобы уничтожить. Воу-воу-воу-воу, жизни, жизни, жизни. Вот так. Тварь головастая. Так, окей, жизнь я себе собрал. Теперь пускай броня восстановится. Потому что жизнь не восстанавливается, броня восстанавливается. Вот вам подарочек от задницы агарочек. Воу. Дохнем, 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 ребята. Дохнем, 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 дохнем. Так, окей. Потихоньку какие-то награды получаем. Вот вам подарок. Вот тот же. Я вижу, чувак еще один слева. Да-да-да-да-да. Вот так вот. А теперь тебя добьем. Пока. Не, ну сейчас вроде я немножко начинаю втягиваться. Как-то немного поинтереснее. Но это опять же из-за того, что динамика добавилась. Если бы не динамика, конечно, было бы очень скудненько. Воу-воу, взлетел. Шмель. А ну слез. Слез, слез, слез. Мочи его. Мочи, мочи, мочи его, ребята. Вот так вот. Еще. Вот так. Во. Завалили, гада. О-о-о-о-о-о. Тихо. Во. Так, это что такое? Это я заберу. Во, нифига себе, меня здесь обстреливают. Окей, немного подальше отойдем. О, готов. Вот тебе, сдох. Вне зоны воскрешения, это что значит? Так, и что там? Типа нам куда-то в другую сторону теперь бежать? Или здесь компьютер? А, это бабёх надо было освободить, окей. He needs you to analyze this?
Where did you get this? The energies it's giving off. I can evaluate this data back at the fort. I'll take Aruna and the rest of the prisoners in the Strider. You should take out that scar like he mentioned. Kidnapping? Sounds like bad news. Do we know what this scar looks like? The Sentinel said it was huge and dangerous. Клетка шрамов. Ну, можно же как-то, небось, туда провалиться, да? Или нет? Окей, погнали. Это куда? Погоди, нам нужно-то. О, нифига себе! Вот этот робот мне нравится, вот это хорош! Воу! С одного выстрела, прикинь, мне броню вынес. Давай гранаткой, вот так вот, о! А жизни у него немало, ты погоди-ка. Вот мне это все напоминает, вот чисто онлайн-игру, когда ты валишь большим количеством народа. Одного босса, да ё-моё. Но это немного не камельфо. Вот так-то. Погоди, сделаем-ка вот так. Во. Все в тебя в одного, друг. Все для тебя, любимого. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Беги. Вот сюда. Вот так вот. Офигеть, у него жизнь, реально. Залети еще повыше, пожалуйста. Во. Может быть, конечно, у него есть какие-то слабые места, я их просто не вижу, но, блин. Что-то как-то. Давай. Ну. Тихо, прячься. Во, за булыжник. Все, нас не отстал, да? Да? Нет, не отстал. Вот падла и попал. Он, наверное, пока не успокоится, пока в себя не попадет. О, уже своих приспешников призвал. Красавчик. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Почти, падла, опять попала. То, что будешь делать? Ты еще откуда взялся? Щусенок. Ну-ка, это я возьму. Это мне нужно. Его еще половина. Опа. Тихо. Обойди его. Обойди, тебе говорю. О, беги. Давай защита. Да как ты в меня попал, падла? Через что? Как он в меня попал, за скалой был? Он охренел. Опять, да, сейчас? Воу-воу-воу, ты кто? Где? Погоди, кто здесь? Какой пиздюк в меня стреляет? Странно. Лови. Ух. Щит, остановись, пожалуйста. Я сейчас точно здесь подохну. Ладно, отсидимся, подождем. Да, жопа еще та. Там еще чуваку плохо нашему. Давай, в сторону. Попал все равно, вот ты падла. Где ты, тварь? Да куда ты все по мне палишь, блин? Не, это, конечно, жопа. У меня еще вон как раз секьюрити появилась, охрана. Ладно. Это весело. Мужики! Команда! Напарники! Это наш? Да, это наш. Давай, спасай меня. А, он целится в него. Да, он стреляет через стену. Это просто пипец какой-то. Давай, лечись. Во. Охренеть, у него еще здоровье осталось. Валим, а то я сейчас опять... Да какого хера-то, да вы чё? Как так-то? Опять все жизни меня вынесли.
За секунду. Я, конечно, я понимаю то, что я прям бросился. Там много противников было, но, блин. Не прям так. Уйди, 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 уди, уди. Даже не вздумай меня целиться. Воу! Все, стрельнул, нет? Да, стрельнул, готово. Да залезь ты, пожалуйста. Да. Мне просто ничего не дают сделать. Давай, давай, давай. Хилься. Наверное, все потому, что я нахожусь. Давай, 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 спрыгни вниз. Спрыгни вниз, зачем ты летишь-то так? Вперед. Дурной. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну ты там, может, успокоишься, нет? Вот так, ребят. Пока. Воу. Тихо. Опа-опа, кто-то еще с этой стороны бегает. Привет, ребят. Воу, нам не надо, надо вот сюда пробежать. Беги, 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 его красавчик. Все, готово. Мы расправились с ними. Да что такое творится с тобой? Залезь. Так, а теперь. Экспедиция завершена. Отлично. Ага. Ну-ка. И опять выбросила из игры. В общем, вернулся я в игру, заходить я в нее опять не буду, но реально. Игра на самом деле вызывает у меня смутные ощущения. Вроде бы как что-то и приятное. Так, ты со мной не шути. Так, вроде какие-то приятные ощущения, но больше на самом деле неприятных. Приятная графика. Прикольно то, что да, у тебя есть возможность там летать таким роботом, стрелять. Это все интересно. Но как это преподносится, какие здесь проработка деталей, взаимодействие с командой, но как-то не дотягиваю до какого-то, я не знаю, желания, которое мне бы понравилось, уровня. Вот, соответственно, короче, ты понял меня? Я думаю, я ее покупать не буду, по крайней мере, тем более за ту сумму, какую сейчас за нее просят. Но это, я считаю, очень сильно неоправданно. Возможно, когда-нибудь у нее будет большая скидочка, я ее возьму. И, соответственно, можно будет по ней устроить какой-нибудь стрим, но проходить я ее нет, не буду. Она меня не настолько зацепила, тем более сейчас выходит Metro Exodus. Metro Exodus мы с тобой 100% будем проходить, потому что мне этот проект интересен. И даже как бы у меня уже предзаказ уже как бы есть. Соответственно, на этом все. Спасибо всем, кто поддерживает мой канал. Ссылочка на плейлист и паблик ВКонтакте, как всегда, будет в описании. Подписывайтесь и не забудьте поставить сочный лайк, а также рассказывать своим друзьям и жмякать на колокольчик, чтобы узнать о выходе новых серий самым первым. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Пока-пока.